Платежная система UnionPay расширяет свое присутствие в Турции. Стремительно растет число торговых центров, где принимают китайские карточки. Кроме того, UnionPay предложила специальный сервис турецких бизнесменов. Подробнее расскажут наши корреспонденты. В турецком банке гарантии сервис UnionPay рекламируется даже шире, чем Visa и MasterCard. Этот банк заключил договор с Китаем 10 лет назад. Турция стала одной из первых европейских стран, где появился сервис UnionPay. Теперь в крупнейших городах страны расплатиться карточкой китайской можно без проблем. Я могу пользоваться UnionPay в большинстве торговых центров. Обмен происходит напрямую между юанем и лирой, без необходимости сначала менять валюту на доллары. И транзакция бесплатная. UnionPay можно расплатиться не только в современных супермаркетах. Это возможно даже на знаменитом рынке Гранд Базар. Китайские туристы часто там покупают мелкие сувениры вроде синего глаза. На самом деле, где европейцы покупают 1-2 сувенира, китайцы покупают 5 или 6. Они приносят мне неплохой доход. Снять деньги со счета UnionPay можно в банкоматах двух местных банков. А недавно в Турции разработали специальную драконью карточку для бизнес-операций с Китаем. Сегодня более 5000 малых и средних компаний торгуют с Китаем. Мы провели среди них опрос. Им нужна эта карточка, они ждут возможности ее купить. Сервис UnionPay сегодня доступен в более чем 150 странах и регионах. Компания стремится стать частью глобальных экономических планов Китая. Турция – очень важная страна шелкового пути. С продвижением китайской инициативы «Один пояс, один путь» китайско-турецкие обмены будут учащаться. И тогда, мы надеемся, наш бизнес расцветет как в Турции, так и в других странах вдоль шелкового пути. Среди других планов UnionPay расширит сервис и в малых курортных городах страны. Олеся Корзун, CCTV.